Водолей, водолей, водолеюшка, наливает для чая он все. Сейчас мы будем пить сегодня что-то новенькое. Да, все продавать, ничего не покупать, никому ничего просто так не отдавать. Суббота отдыха нет. Хотите мандарин? Сегодня мы по-простому. Вы видели когда-нибудь такие вот звёзды? Это Шенпуэр. Да, и сегодня именно им мы будем поднимать себе настроение с моим оператором. Что это такое вообще? Интересно. Мне вот это вот просто вот так вот дали, на, как подарок. Попробуй. Нет, конечно, я знаком с тем, что такое шампунь. Запах приятный. Не знаю, что это. На что это похоже. У нас тут, как всегда, полумрак такой. Реально гнездо. Я же подумал, просто надо мантру прочитать, может, чтобы этот чай хоть на маленький кусочек раскололся и что-то от него отлетело, чтобы мы могли это заварить. О, отвались, малый кусок от этого гнезда, чтобы мы могли попить опочек в нем прилично. Нормальный так, по идее, должен быть чай. Так он везде по чуть-чуть отлетает. Кто-то здесь уже страдал. По следам вижу, страдал. Конечно, 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 у нас это получилось. После того, как мы прочли 10 каких-то там мантр, там попрыгали на одной ноге, поскакали через костер, побегали по углям голыми стопами, и вот у нас получилось его немножко разломать. Конечно, ребята, это я все шутил, придурился, чтобы немножко вас повеселить. Хейтер, конечно, мог написать, что я рукожопый, там, ты не умеешь, там, надо так, но можете писать в комментариях, что хотите, но... Приятный аромат у него, сухого сена. Сейчас мы его заварим. А ты здесь? Быстро на свое чайное место. Я вот просто думаю, в каком чайнике все это заваривать. В этом я обычно луны завариваю, свои любимые. Кубоган. Императора и оператора. Кубок у нас имеется. Так, наверное, я заварю в этом чайнике. Потому что здесь есть сеточка. Если что, можно просто вытащить и убрать. Потому что у этих чаев есть особенность, что они дают горечь. И он станет как полынь. Я тут пытаюсь немножко проводить время в разбиточке через цигун. Чисточка, чисточка. А! Да, мы же сегодня про чай. Так. Я думаю, такого количества нам хватит. Опять провинция Юнань. Юго-запад Китая. Все было создано, наверное, там. Так, оболю нашу земляку, чтобы она мудрость нам дала. Я промываю этот чай, основная
Основная проблема в том, что именно этот вид чая подвергается глубокой ферментации бактериями. Любой пуэр подвергается дополнительной ферментации с помощью бактерий. И этот чай, мои друзья, он как дорогое хорошее вино, хорошо выдержанное вино. Отличие пуэра именно от других. По идее, это тот же обычный зеленый чай, тоже сырье. Но он придается прелости. В общем, ребята, запомните. Пуэр – это как хорошее вино. Чем дольше, тем он лучше. Есть всего два различия – шен и шупуэр. Шен – это зеленый, который мы сегодня пробуем, пьем. Шу – это черный. И у них, конечно, разные эффекты, разные свойства. Что могу сказать именно по данному чаю? Для меня слабовато заварка. Тут он настоялся, немножко я долил. Первые нотки вкуса и аромата напоминает мокрую древесину. Вот аромат и вкус, как будто вот взять вот мокрую дощечку, которая промокла под дождем, и так зубы ее. Или мокрую зубочистку. Вот. Чувствую вкус мокрой древесины. Прям конкретно. И представляете, это всего лишь чай. Это же не палка какая-то там деревянная. Так, попробуем. Я просто не стал его переливать куда-то, чтобы, ну, в одном чайнике разные стадии. Просто я по времени знаю, как наливать. Я вижу по цвету то, что я хотел. Это уже, наверное, пятая стадия или шестая, я уже сбился счетом. Вот то, что я люблю в шен-пуэрах. Та самая стадия, после которой его будет уже невозможно пить, потому что он будет очень горький, он будет полынь. Но мне нравится вот это вот, вот именно это. Эта сильная терпкость, горечь такая вот, она похожа на хороший вот эль, там какую-нибудь ипашечку такую крепкую. Есть вот эта горечь пивная в нем сейчас. Запах, да, копчености, вот эта вот копченая рыба. Запах жасмина, персика. И такая терпкость, вот она такая древесная. Да, он раскрылся целиком. Я добился этого. А после вкуса такой вот, прям, как будто полчашок коньячка шарахнул, прям взбодрило. Тем и прекрасен этот замечательный чай. Кайф. И настроение начинает подниматься, прям он так начинает бодрить, вот прям вот так вот, прям дух вот так вот воспрял. Ну, говорю, как будто вот, ну, соточку коньяка шарахнул, и тебе так хорошо, у тебя так прям, такое тепло внутри пошло, ты такой прям с приподнятым настроением, хочется сбросить кофту и пойти в пляс. Слушай, а дай-ка мне попробовать, что ты там пьешь. Ты же не любишь чай. Ну, попробовать. Вот, это самый кайф. Горький. Слушай, на дерево реально, как ты говорил. В принципе, достаточно вкусно, мне нравится. Может, опять все пошло не так, как надо. На самом деле, все пошло как надо. С пуэром по-другому быть не может. Пуэр – это прекрасный сорт. И чай. Не сорт, вид. Я все время путаю. Это как вино.